Свиткоин. Кто-то называет его убийцей Степана, кто-то еще одним скамовым проектом. Но так или иначе, это приложение не обделено вниманием. Смотрим. И как на этом можно будет заработать? Перейти и найти это приложение вы можете сразу у меня в описании. Эй, друзья, с вами Влад. И сегодня мы с вами вновь обсудим приложение Свиткоин, потому что набежало на самом деле немаленькое количество вопросов. И также мы обсудим, что можно купить на эти свиткоины, когда лаунч, и обсудим с вами перспективы данного проекта и как можно будет на этом заработать. Перед тем, как мы начнем, как я буду рассказывать об этом видео, подпишитесь на мой YouTube канал, оставьте комментарий и, конечно же, лайк. А мы с вами начинаем, поехали! Ну и первый вопрос: является ли свиткоин хорошей финансовой инвестицией? Ну, как таковой финансовой инвестицией оно не является, вы тут не вкладываете деньги. Да, приложение показывает быстрый рост. Практически каждый день приложение скачивает 100 тысяч людей с момента запуска криптокошельков с 12 апреля. Складывает от 3 до 4 миллионов. Вы тут ничем не рискуете. Да, приложение демонстрирует признаки быстрого роста. Его каждый день загружает 100 тысяч людей с момента запуска криптокошельков с 12 апреля. Через них было создано от 3 до 4 миллионов. Таким способом общее количество свиткоинов превышает 840 миллионов. Что будет сопоставлено в свит по генерации токенов в июле 2022 года. Вообще есть вероятность, что их токен может стоить больше, чем тоже GMT, того же Stepin, потому что очень интересная концепция этого проекта. Вы вкладываете только ваши силы, проект зарабатывает только на рекламе, тем самым поднимая свою ликвидность. Виден прогресс приложения. Если сейчас вы зарабатываете за 1000 шагов один токен, дальше для того, чтобы вы заработали один токен, вам уже условно надо будет сделать 5000 шагов, дальше 10 тысяч и так далее. Получение токена будет чем дальше, тем более сложнее. А общее количество токенов будет в дальнейшем сжигаться, тем самым поднимая рост цены на тот же токен. Поэтому вы тут ничем не рискуете. Да, приложение демонстрирует признаки быстрого роста. Его ежедневно загружают более 100 тысяч людей с момента. Получение токенов будет уже намного сложнее, а общее количество будет постепенно сжигаться. Тем самым будет провоцировать рост цены. И начнется дефицит. Появятся инвесторы, которые будут покупать свиткоин дешевле, чтобы заработать на самом росте. Но все равно будут люди, которые будут все равно делать шаги и зарабатывать эти свиткоины. Есть слухи, что свиткоин можно будет конвертировать в криптовалюту МИР, но как на самом деле, мы увидим только позже. Но я думаю, что такого на самом деле не будет, потому что токен МИР сейчас на данный момент ходит 5-8 долларов за один токен. И у меня сейчас на аккаунте есть порядка 7-800 токенов. Если бы я сейчас прямо их всех вывел, я бы зарабатывал очень хорошие деньги. И точно так же огромное количество людей. И тем самым мы бы убили курс МИР в ноль. И вот, в принципе, еще назревает такой вопрос. Свиткоин — это скам-проект или он действительно хорош? Ну, давайте разбираться. По факту, свиткоин не может быть скам-проектом, и вы действительно можете получать продукты бесплатно или со скидками, используя приложение для отслеживания своих шагов. Тем не менее, все-таки есть некоторые ограничения со средствами, чтобы их вывести. Но я думаю, что это все временно. Если вам нравится ходить, двигаться, бегать, тогда это идеальное приложение для вас, потому что в первую очередь вы ходите, вы активничаете и приятно влияете на свое сердце, на свою сосудистую систему, занимаетесь спортом, можете похудать, убрать лишний живет. И тем самым вы зарабатываете токены, которые в дальнейшем можно будет монетизировать, обменять на какую-то полезную вещь. Если вам лень наблюдать за приложением, вы можете его просто скачать, поставить его фоном, и ваши шаги будут считаться просто автоматически, и вам будут начислять токены. Следующий вопрос: что делать, мне не начисляют токены? Этот вопрос множество раз всплывал, и постараемся сейчас на него ответить, как бы это не звучало. Приложение каждый день обновляется, постоянно какие-то микрообновления, что-то допиливают, постоянно добавляют и так далее. И хотят сделать все грамотно. Если вы хотите, чтобы токены вам начислялись как нужно, тогда нужно ходить в необходимом темпе, спокойно. И тогда за 1000 шагов вам будут начисляться один токен. Не нужно для этого
до этого быстро бегать, ездить на велосипеде, на машине, и не нужно стараться накрутить вам шаги, тем самым болтая телефон. Если вы не будете это делать, если будете делать все правильно, то с Виткоин приложения будут вам нормально насчитывать ваши шаги. Ваш телефон будет засчитывать вам с Виткоины, потому что будете ходить нужные шаги. И даже Свиткоин будет показывать. Может быть даже такое, что приложение само показывает, что вы необходимое количество находили. У вас есть какие-то там шаги, скажем, условно, 2000 на Свиткоинов, вам за это не перечислили. В чем проблема? Разбираемся. Токены не пришли. Дело в том, что каждый ваш шаг отправляется изначально на их сервер, и там они проверяют через свои аналитические инструменты, честные они или нет ваши шаги. Там учитывается ваша геопозиция, и ходение на месте может не сработать. Еще нужно внимательно включать все функции геопозиции на своем телефоне, когда регистрируетесь. Рекомендую ко всему этому, что я перечислил выше, отнестись внимательно. Что ж, по вопросам мы прошлись, и сейчас посмотрим, что можно купить в приложении, что можно купить на их токены, как зарабатывать $1000 и как приглашать ребят и за это зарабатывать еще деньги. Как можно заработать $1000, как можно приглашать друзей и на этом тоже зарабатывать. Поехали, сейчас увидим. Переходим в приложение. Помимо всех остальных функций и приложений, в приложении есть два варианта подписки. Первый вариант – это базовая подписка, где вам платят один токен за 1000 шагов, и у вас базовый marketplace. И второй – премиум, когда вам платят в два раза больше, и подписка стоит всего лишь $5, а если на год, то получается, как видите, немножечко больше. Выберите для себя, который вам больше нравится. Я изначально для себя выбрал тестовый, а потом купил премиум. Здесь вы можете увидеть весь ваш процесс, сколько процесс вы пригласили, сколько вы прошли шагов, сколько вы заработали с виткоинов. Обязательно время от времени следите за лаунчем, потому что тут будет вся информация. Здесь вам показывается ваш баланс и как вы можете заработать дополнительные токены. Я рекомендую их обязательно держать. И ссылка на их твиттер сюда. Далее мы с вами видим Influencer Program. Здесь будет вся наша статистика по реферальной программе и также наши все эксклюзивные предложения. В общем, заходим мы сюда и видим то, что за приглашение нам могут заплатить дополнительные деньги. Получается, это наш дополнительный доход. $25 я могу уже снять, за 56 приглашенных я могу снять $100. Чтобы $200 снять, 373 инвайта нужно мне. И 3000 приглашенных я заработаю около $1000. Конечно, пригласить столько людей это очень тяжело и очень много людей. Но как минимум пригласить некоторое количество людей за какой-то промежуток времени, конечно же, можно и заработать некоторую копейку тоже. Далее мы видим такую интересную вкладку, называется Special Offers. Это специальное предложение для вас. И здесь мы видим, что тут за большое количество токенов мы можем приобрести интересные офферы. За 25 тысяч офферов мы можем увидеть северное сияние. Здесь подробно все описано об этом оффере. Здесь есть сайт, можете все посмотреть. Далее. Также меня ребята спрашивали, как можно выводить деньги. Здесь в этом Special Offers иногда выходит PayPal, через который можно вывести деньги. В моем случае его сейчас здесь нету. Оно либо обновится в скором времени, вот, либо появится что-то другое. Вот, например, я уже говорил «Северное сияние», потом есть Disney и, конечно же, GoPro. То есть за 20 тысяч свиткоинов я могу GoPro получить с магазина. Как видите, там аккумулятор, крепитель, сама GoPro, флешка к нему, SD-карта и крепление на саму GoPro. Ну и как вы видите, здесь дальше есть огромное количество других предложений. Телевизор за 20 тысяч свиткоинов. Какие-то очень крутые наушники. Я даже не хочу туда переходить, мне неинтересно. Take yourself to the next level. Прокачай себя до следующего уровня, там лыжи, кто хочет в Париж на Эльфовую башню, это же Северное сияние, Дисней, это же GoPro-шка.
Конечно же, эти инфлюенсер-программы обновляются, и здесь можно интересное что-то другое увидеть. Конечно же, нас интересует PayPal и как вывести оттуда $1000. Надеюсь, в скором времени это появится, и я вам покажу, как это можно сделать. И для этого, чтобы это не пропустить, конечно же, подписывайтесь и обязательно это увидите у меня. Вот такой вот скромный обзор был про свиткоин. Надеюсь, у разработчиков все получится, и мы сможем заработать классно большие деньги на этих токенах. И очень классно, что это не какая-то пустышка. Надеемся, что все получится, и все будет очень великолепно. Следим за новостями дальше, и чтобы не пропустить новое видео, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте. Всем пока, всем профита, до скорой встречи.